СККС представляем 3D обновление телефона PPTV King, King 7. Данная моделька обновлена. Причина обновления достаточно банальная. Первый выпуск данной модели был очень популярен, но в некоторых телефонах встречался дефект с дисплея, то есть он рассыпался. Это было небольшое количество, я лично не встречал такого случая, нету, чтобы рассыпалось. Но вот обновление касалось именно дисплея, был поставлен эта модель 2К, напоминаю, здесь 2К дисплей, был установлен 3D дисплей. А также, естественно, чтобы он поддерживал эту функцию 3D, был улучшен процессор. По комплектации уже рассказывали, немножко расскажем о вообще 3D дисплеях. 3D дисплеи появились достаточно давно, это не новинка. Первым 3D дисплеем был телефон фирмы Sharp, который выпущен был только для рынка Японии. Модель называлась, кстати, это был просто раскладушка еще, HH251AC. Это было в 2002 году, фирме для японского оператора Docomo выпущен. Очень мало кто о нем слышал. Но позже появились другие телефоны, такие как HTC Evo, HTC Evo 3D, а также LG Optimus 3D. Это было в 2011 году, потом почему-то производители забыли об этой функции, посчитав, что она еще не нужна на рынках. Ну вот, 3D обновление для короля King 7. Данного телефона, оно появилось у этого уже производителя. Проводился тест AnTuTu, найдем приложение, по баллам набрал он 48290 баллов, по инфе модель называется King 7S. Android 5.1.64-битный, 95-й процессор, графический CPU процессор G6200. Расширение дисплея 2560 на 1440, камера 13 мегапикселей, память 3 гига, 32 гига встроенной памяти. Процессор 8-ядерный, 64-битный, 1950 МГц. Это что позволяет легко тянуть 3D игрушки и играть в них. Давайте посмотрим на данную модель. Камера не изменилась. В предыдущем видео вы можете посмотреть, как снимает она. Мы уже показывали. Вот что изменилось. То есть улучшен дисплей. Он и был 2К, но производитель решил сделать рестайлинг 3D. Который был вызван некоторыми проблемами с дисплеями. То есть дисплей был заменен. И когда дисплей не тянул, ну естественно 3D дисплей, нужен был лучший процессор, вот они поставили лучший процессор. Больше никаких изменений нет, ну естественно кроме цены, 3D дисплей стоит дороже. Посмотрим несколько 3D игрушек. Гоночка. Gentlemen, start your engines. Еще одну 3D игрушку посмотрим, как это выглядит, что позволяет 3D технология без использования специальных очков видеть 3D картинку, то есть глубину глубже, чем стандарт.
глубокое изображение. Вот пример дисплея. Итак, сделаем выводы. Рестайлинг 3D Кинга Короля удался. Телефон действительно стал лучше, более прогрессивным, более современным, и применение 2К дисплея с 3D технологией оно более оправдано.